Всем привет, в этом ролике будет просто шок-контент. Молодой бандит, эй, мое имя Трил. Она везучая, если я с нею был. А перед началом ролика, ребята, давайте, пожалуйста, поставим лайк на это видео и дружно подпишемся на мой канал. Ну, пожалуйста, вам же ведь не сложно, вам две кнопки буквально нажать. А еще, если вы думаете, то, что я вас обманул и никакой трилпил сам не играл, то вы вообще, дурак, вот. А если вы думаете, то, что я просто заменил какую-то модельку на скин трилпила и так назвал ролик, то вы вообще психбольной какой-то, как вы можете такое думать, вы вообще неадекват, вот, вам нужно лечиться, и я никого не обманываю ни в коем случае. А вот, если посмотрите ролик, то как бы сами все и поймете. Ну а перед тем, как вы его посмотрите, пожалуйста, выслушайте меня быстро. Первое. Я в своем паблике сделал конкурс на ДНК, и если вдруг кому-то нужен дом на колесах на первом сервере Evolve, то переходите по ссылке в описании, участвуйте, там как бы все расписано, вот. А второе, это то, что давайте, пожалуйста, все дружно играть на проекте Evolve RP на сервере Saint-Louis. Здесь есть мой промокод хэштег Лепард, указывайте его при регистрации нового аккаунта в непригласившего с ИРК. За него вы получите 400 тысяч после прохождения квеста «Много машин», 200 тысяч просто от меня, а еще поцелуй в пузо, вот. Я думаю, это самое приятное, за что можно указать промокод, поэтому... Все, всем приятного просмотра. Вот, смотрите ролик. Начать запись. Вот тогда. Ой, какой кап-то клевый. Все, я сразу так сделаю. Оп-оп. Я только запись тыщу. Подожди, чел, ну не вы. Блять, ладно. Короче, я запустил запись. Сейчас я проверю микрофон. И если все идеально, то продолжаем снимать кап. Вот, всем привет, кстати. Сейчас он будет раздавать на капчики, докажет всем то, что он преуспел не только в музыке, но еще он киберспортсмен. Молодой трилпил. Хочет. Убить. Все, блядь, он уже умер. Пацаны, я что-то надел с биндером, и у меня теперь вот этот курсор постоянно на экране, и когда я нажимаю, у меня просто сворачивается игра. Но я думаю, ничего страшного нет, потому что как полное дерьмо, и здесь записать нечего. Поэтому увидимся на следующей тере. Трилпил как раз привыкнет и начнет раздавать на следующей тере. Вау, надо где-нибудь припарковаться сейчас срочно. Припарковать наш Бентли купе. Так, давайте, лучки, нападайте. Тут молодой трилпил. Блять, ебать, что это за дикий чел какой-то. Чуть не убил. Ой-ой-ой, пришлось немножко сбить, но ничего. Так, ну трилпил пока дал всего 4 фрага за 6 минут. Ничего в этом страшного я не вижу, потому что трилпил как бы рэпер, да, музыкант, артист в первую очередь, а не стрелок в GTA сам. Поэтому, думаю, ему простительно. Так, у нас на хвосте опять опы. Давайте его захуярим быстренько. Ой-ой-ой, просто толпа хейтеров приехала, пиздец. Не нужно было плохо в интернете выражаться. Так, минус есть. Давай, трилпил, ебашь, еби. Все, сейчас будем танцевать тектоник просто на могилах врагов и шпаль. Ну, мудак, а ну иди сюда. Блять, ну иди сюда, реально. О, псих больной, я в дурдом, бегаю под колесом. Да куда ты? Тут трилпил под колесом, хочет тебя копнуть. Поджигаем тут за углом, такой вот жирный блант, которого нету в зубах, но будем считать, что он есть. Как весело, пиздец. Играйте на Evolve RP, администрация здесь спасает людей от наркотиков. Поэтому Evolve RP лучший сервер сам. Посмотрите, сколько здесь трилпилов просто бегает вокруг меня. Ой-ой-ой. Сейчас за тушерство, скорее всего, отвечу. Хотя вряд ли это же трилпил ему, может. Первый раз, как говорится, не пида. Ну вы поняли. Ничего страшного. Так, еще минус. Бля, посмотри, как трилпил еборит. Вроде не сам, а ебет только так. Блять, подписчик побежал на концерт, фанат побежал на концерт и его сбила машина. Что делать, ребята, берегите себя, будьте аккуратны. Так, еще фраг, вы только посмотрите. Так, тут арабер. Он тоже в могилу, у меня бег кончился. Ну ладно, трилпил сегодня устал, там на концертах отрывается, пляшет, танцует. Вот, ну вымотался чувачок. Что меня хочешь, за мой цвет волос отпиздить или что? Алло, иди сюда. Давай поговорим за волосы, я поясню. Вот наркоман, вот наркотики убивают. Ребята, никогда не употребляйте. Давайте реально станцуем просто тектоник на ком-нибудь.
Че, ты плохо отзывался о твоей музыке? Да, вот, получай за это. Выхожу из дома, летящей походкой, за медикаментами в аптеку к тете Оле. Ебать, даун. Так, минус. Ой, посмотрите, минус 3. Трилпил лучше, серьезно. Вот кто будет писать хейт в адрес Трилпила, вот просто запомните то, что вот он потом придет со своим глоком, да, с Desert Eagle, и просто пристрелит вас. О, ну вот, как вот это вот челика, например. Что? Что это такое? Ребята, походу Трилпил умер от передозировки наркотиков, иначе я не могу объяснить его внезапную смерть просто так. Настрелял целых 28 фрагов на 5 смертей. Не выступает, кстати, вот этим вот задротам, которые выше находятся, которые постоянно играют в эту игру. Поэтому, я думаю, неплохо. За это можно поставить лайк. Также ему только что дали 40 тысяч баксов, то есть пришел его как бы гонорар. Вот. Поэтому, ребята, я думаю, это тем более заслуживает ваши лайки, подписку на канал, если вам хоть чуть-чуть понравился этот ролик. Ну все, с вами был Трилпил, всем удачи и всем пока.